Добрая сказка для маленьких и взрослых в конце этого тяжелого года. В Тольяттинском театре «Кукол» дали благотворительный спектакль. Его гостями стали дети медиков. Спектакль-показ благотворительный для детей медиков. И на самом деле и название спектакля «Добрый доктор Айболит». И каждый ребенок имеет своего доброго доктора Айболит в своей семье. Очень важно, что сегодня у них есть возможность провести время вместе. Поэтому мы гордимся медиками. И я сегодня уже сказал, что дети могут гордиться своими родителями. Сложилась настолько профессиональная команда, которая живет этим. И в прошлом году мы дали 4 таких спектакля на разных площадках нашего города. Ну а в этом году я предложила коллегам сделать спектакль для ребятишек, чьи родители работают в красной зоне. Понимая, что позитив сегодня лечит людей. И ребята откликнулись, и мы с удовольствием сегодня встретились, соскучились по этому спектаклю и искренне даем его на сцене нашего любимого театра «Кукол». Каждый раз поднятие на сцену – это волнение. Волнение перед тем, что ты должен рассказать эту историю детям. И, конечно, первое, что прикоснуться к прекрасному, к доброму, вечному. И чтобы у ребят осталось хорошее настроение. Было приятно, что медиков тоже немножко подбадривают и дают время и возможность провести свой досуг интересно. Сейчас они реже проводят время вместе с родителями и чаще видят их уставшими. История про доктора Айболита помогла ребятам понять, почему работа папы или мамы порой оказывается важнее семьи, и подарила радостный выходной. Роли в спектакле исполнили директора школ, детских садов, учреждений культуры и спорта.